Добрый день. Я в Испании, но сегодня я выставляю очередную серию реалити-сериала «Беженец». И для тех, кто новый на моем канале, хочу немного рассказать про то, что вы сейчас увидите. Дело в том, что последнее видео, которое вы видели на моем канале, это видео про то, что происходит со мной сейчас. Ну, а вот то, что называется реалити-сериалом «Беженец», это то, что происходило со мной с начала моего выезда из Украины. И я записывал такие же видео, как записываю, по сути, и сейчас, но находясь в разных уголках нашей планеты. В данный момент в сериале я нахожусь на Бали. И дальше я поеду на остров Ява, буду покорять там вулкан Брома, спускаться в водопад, самый красивый на острове Ява. Потом я поеду в Таиланд, после Таиланда в Стамбул, после Стамбула в Париж, после Парижа в Канаду. После Канады я поеду в Стамбул на операцию, тоже буду это все показывать. После Канады Болгария, потом Грузия, потом Франция, сейчас вот Испания. Да, это все будет в этом сериале, поэтому настоятельно рекомендую вам подписаться на Boosty, чтобы посмотреть все серии. Дело в том, что я выкладываю серии через одну, можно сказать. Одну серию в общий доступ для всех, ну, а одну серию выкладываю, следующую серию выкладываю вот как бы так на закрытый Boosty и на YouTube для спонсоров канала. Там, по-моему, спонсором нужно быть от уровня Березовский и выше. Стоит это $3 в месяц. Вот поэтому рекомендую вам подписаться, если вы хотите посмотреть полностью весь сериал. И хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые на Boosty меня фолловят, которые смотрят сериал. Очень приятно, что вы со мной и что вам сериал очень интересен. Также хочу сказать огромное спасибо подписчикам, всем, естественно, подписчикам на YouTube, ну и спонсорам, которые тоже смотрят этот сериал, смотрят все его серии. Вот так, в принципе, все, что я хотел сказать. И приятного просмотра 10 серии. Не спал всю ночь. Ой, не мог уснуть. Куда Есенина унес аэроплан? Ну вот она, наша гостиница за $20. Кошачье царство, видите такое? Наконец-то пришел Кишей и начался такое пиво. Посмотрите, как они делают эти стеклянные изделия. Мужчина такой статный. Сейчас прям все грехи из 90-х смоют, как и не было ничего. Приехали в Убуд. У нас на часах 4 марта. Решили на шарик пойти в клуб по спискам. Ну, для того, чтобы не возвращаться далеко. Окей, thank you. Не возвращаться в Чунгу. Решили снять номер за $9 США. Ну, я как бы genius, я очень много путешествую. Поэтому у меня небольшая скидка, но по сути он где-то 11 стоит.
вот так вот. Сейчас вам покажу, что это за номер. Думаю, вам будет интересно. Кстати, с завтраками. Да, ребята, это как раз вот номер за $9 на Бали в Убуде, при том, что это не последнее место, Убуд очень популярное место. Так, вот такой номер с балкончиком. Красота, реально круто. Все чистенькое. Такая прям панорама. Ну, еще любят они выносить санузлы на улицу. Здесь туалет с балкончиком. Вот такая вот история. $9 завтраками. Так, ну здесь еще есть, смотрите, последний этаж с кухней. То есть вы можете подняться, что-то себе приготовить. По сути, это варунг здесь вам и приготовят тоже, если надо. Вот, и, ну, тоже мы к этому привыкли. Всякие мандарины, лимоны. Но самое забавное, это вот эта вот история. Я думаю, что это за душевая. А это, посмотрите, как душевно. Это туалет. Вот так вот под открытым небом. Вот с такой историей сидите, наслаждаетесь. Вот, ну, интересное решение. Ну вот, гуляем по Убуду. Где-то мы тоже, еврейская сущность начинает просыпаться. Начинаем жалеть, что остались в Чангу. Вот здесь же такие условия, так классно. Дешево, кайфово. Зелено. Надо сюда было, но все, заплатили опять за гостиницу. Вот. Ну, может быть, в этом и есть какой-то кайф, в том, что приезжать из своего места, где живешь, вот так вот в разные места по Бали на выходные отдыхать. Мы сейчас идем на почту, у меня есть такая традиция уже, можно сказать, где бы я ни был, я отцу присылаю открытки. И вот сейчас тоже буду, зайдем на почту, посмотрим, есть ли открытки, я пришлю в Одессу открыточку вот отцу, и у него будет еще одна открытка в коллекцию. У него из Занзибара есть, из Индии, по-моему, есть, из Греции. Сейчас с Бали тоже пришлю ему. Оказалось, что мы живем прямо возле почты. Блин, ну вот работает она или нет? Написано Бука, должна работать. Надо выбрать сначала открыточку. Что-то такое интересное, но вот здесь есть обезьянки. Ну то такое. Может быть, закат на Чангу. Или вот такое. Сейчас глянем. Что ж, я выбрал такую открытку. Вон почта. Вот прям как специально поселились в 300 метров всего лишь от нашей гостиницы до сюда. Сейчас осталось только заполнить эту открыточку и отправить. Адрес я напишу потом. Я думаю, вам адрес не нужен. Пап, привет из Бали. Жаль, что события развернулись так, что сейчас война. И непонятно, когда я вернусь домой. Поцелуй кота фараона. День в Убуде продолжается. Очень хотел заскочить. Вот такие здесь кафешки есть, типа KFC, только местные, их несколько видов. Хотел вот на главной улице прийти поесть этой гадости. Ну и что ж, пришел. Сейчас буду есть. Стоит вот такой набор, так чтобы понимали, $3 или 120 гривен. Очень классно в Убуде. Мне здесь очень нравится. Если будете на Бали, ни в коем случае не пропустите возможность сюда попасть. Мы сейчас едем на водопад. На очень красивый водопад. Я тоже для вас его сниму. Но очень жаль, что мы, конечно, здесь один день, одну ночь. Потому что здесь такое именно село.
деревушка, и здесь так все именно по-душевному, по-домашнему. Очень круто. Так, ну что это такое, ребят? Я не понимаю, как? Что за названия такие, не дружелюбные для котов? Отвратительно. Вот вам Бали. Так, ну, мы сейчас спускаемся к водопаду, который называется Нунг-Нунг. Он один из самых высоких водопадов на Бали. Думаю, будет интересно. Хотя, я скажу честно, я уже здесь был. Секумпул мне нравится больше. Но Секумпул находится еще севернее. Такой он благородный. А водопад. Как всегда, вору Инстаграм. Когда видишь эти места на фотографиях, это одно. Загадочная девушка, которая стоит на фоне водопада. Одиноко. Но в жизни, конечно же, все по-другому. Тут и очередь есть. Но сегодня она небольшая. Вот, и... Все как всегда. Сейчас тоже будем стоять, так загадочно фотографироваться. Круто. Ну вот мы и на водопаде, видите. Приходится немножко подрабатывать фотографом. Уникальный случай, уникальный момент. Все разошлись. По сути, никого не осталось, только мы здесь. Ну там, я не знаю, 3 человека. Ну что ж, давайте... Пойдем сейчас и попробуем искупаться под водопадом. На самом деле это очень сложно, потому что он очень мощный. Ты когда подходишь уже к нему близко, уже дышать невозможно из этих брызг. Я думаю, что и телефон он сейчас тоже зальет. Но будем пытаться. Ну просто красота. Обалденно. И еще остаться один на один с ним. Это очень круто. Ну что, занырнем? Я занырнул. Телефона пока не хочу рисковать. Ну вот такие вот вам эмоции. От водопада Нунг-Нунг.
Очень круто. Что, нас сегодня кормят наши подписчики. Надо сказать большое спасибо. Это да. Сейчас мы поедим и поедем в этот визовый центр, в Куту, для того, чтобы сдать биометрию на канадскую визу. Мы зашли в торговый центр. И вот я смотрю, какие картины маслом. Вот, балийские. Недорогие, $4 стоит такая картина. И думаю, какую взять. У нас веревочки. Какую взять? Желтая или зеленая? Ну, желтая поярче. У меня просто на кухне из Занзибара есть картина тоже маслом. Она прикольная. Я думаю, что они сочетались очень неплохо. Мы едем в визовый центр. И сейчас едем на биометрию, так называемую. Нам сейчас должны вот как-то это все сделать, а потом будем смотреть или лететь в Джакарту, чтобы забрать визу, если нам ее утвердят. Ну или нам посчастливится, и мы получим ее здесь. Будет очень круто. Ну что ж. Взяли с нас отпечаточки пальцев, сфотографировали, все так прям, примерно, знаете, как в американском посольстве, нас заставили оставить вещи снаружи, вот телефоны можно было взять. Так что мы все сдали, когда нам придет подтверждение по визе, непонятно, только что встретил девочку, когда выходил, оказалось, что она тоже из Одессы. Так она ждала 5 месяцев подтверждения этой визы. Так что вот так вот. Не знаю, как выйдет в итоге. Получим ли мы быстро или нет. Или, может быть, получим, когда уже будем в Таиланде. Придется там искать вариант, чтобы нам поставили этот штамп. В Таиланде или... Здесь очень тоже сложная ситуация. Она осталась 3 недели, по сути, здесь. Если нам в течение недели пришлют подтверждение, то да, мы успеваем в Джакарту отослать документы, чтобы нам вернули их уже с визой, потому что неделя нужна, но максимум 2 на это дело. А если нет, то может получиться дурацкая ситуация. То есть 2 недели пройдет, нам, допустим, утвердили, и надо посылать паспорт, а у нас же вылет, надо покинуть страну. И вот так вот, как-то не очень хорошо выходит. Ну, знали бы, постелили бы соломы, да? Сейчас уже как будет, так и будет. Красивый закат. Сейчас выйдем на наш балкон, я вам покажу. А, какая красота, посмотрите. Круть. Добрый день. Сегодня у нас 8 марта. Что сказать, начинается новый день. Вчера записал видео про английский. Что сказать, такие смешанные у меня чувства, понимаете, по поводу того, что я должен делать, потому что все-таки народ с канала потихонечку уходит, вот. И ты ничего с этим не поделаешь. И стоит ли выставлять видео или не стоит, непонятно абсолютно. С другой стороны, еще появились там пару-тройку комментаторов, которые говорят о том, что... Говорят о том, что попрошайничать как-то не круто. Ну, я имею в виду вот эти стримы за донаты, которые я веду. Я особо там не делаю акцент на то, что люди должны скидывать деньги, но все равно... Вот. И как-то так совпало, что как-то, видимо, настроение так совпало с этими комментариями и со всем прочим, что даже не знаю, что делать сейчас. Может, пройдет в течение дня, знаете.
настроение поменяется. Тем более сегодня 8 марта, и огромное спасибо всем, кто задонатил. В любом случае, что-то мы сейчас придумаем. Из вариантов просто найти какой-то подарок моей девушке. Первый вариант. А второй вариант – это купить билеты на Яву. Они по 35 стоят, а мне как раз где-то под 70 долларов скинули. Мы можем купить билеты на Яву и поехать на вулкан, полететь, посмотреть на Брома. Ну, один из самых крутых вулканов. Яви, это все благодаря вам. Так что, не знаю, огромное вам спасибо за это. Тоже можно и комментаторов понять, которые пишут там про меркантильность какую-то мою. Но я могу их понять, потому что они не знают, что сейчас в моей жизни происходит, где я сейчас, да, вот посмотрите, да, где я живу, в принципе. Вы знаете, да, что мне приходится и снимать жилье, и приходится, извините, такая дурацкая, конечно, фраза, питаться по ресторанам. У нас кухни нет. Да, ну и приходится еще... Да, пришлось покинуть своих учеников. Не цифровых, а вот аналоговых в Одессе. Поэтому все-таки денег стало меньше, поэтому я решил проводить эти стримы. Не держите зла. Женщина написала комментарий, ну, моя подписчица. Вот я отписываюсь, вы не такой пушистый, каким хотели показаться. Я теперь понимаю, все из-за денег. Ребята, ну какие деньги? Во-первых, не так уж и много. Да, сейчас был рекорд. 70 долларов, очень приятно. Но я не буду уже на этом акцентировать, когда буду делать стримы на финансовой помощи. Вот. Просто хочу, чтобы вы знали, что ну вот на это были, конечно же, свои, как это по-русски сказать, причины. Да. На это были свои причины. Ну и если кто держит зло, то не держите на меня зла, потому что так вот. Вот такая вот информация. Что сказать? Блин, я не знаю, возвращаться в Одессу, не возвращаться. Ну, реально, так иногда плющит. Вроде просыпаешься кайфово один день, второй день просыпаешься, думаешь, какого хрена я здесь делаю? Ну, у меня же канал постепенно гибнет, у меня квартира, ничего в Одессе не происходит, там спокойно. И непонятно, сколько это говно, извините за выражение, продлится лет.